Посол России в Ереване Сергей Копыркин был вызван в МИД Армении в связи со стрельбой в районе погранично-пропускного пункта Лачин. В заявлении говорится, что Ереван призвал Москву предпринять все необходимые шаги для выяснения обстоятельств инцидента и исправления ситуации. Как в Москве отреагировали на протест армянской стороны? Инцидент 15 июня в упомянутом вами районе, Лачинский коридор со стороны Армении, связан с общей проблемой отсутствия делимитированной армяно-азербайджанской границы. Российская сторона неоднократно призывала запустить работу эффективную, такую основательную работу двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при нашем консультативном содействии. Мы готовы помочь с определением прохождения пограничной линии и на данном участке, который стал очередным яблоком раздора между сторонами. Обвинения в адрес российских миротворцев абсолютно беспочвенны и безосновательны. Мы настоятельно рекомендовали бы снизить градус риторики в СМИ на этот счет. Миротворцы тесно работают со сторонами по нормализации ситуации. Они четко выполняют задачи по стабилизации обстановки, поддержанию режима прекращения огня и боевых действий в зоне своей ответственности.